Всем добрый день, сегодня у нас очередная небольшая распаковка. На этот раз связано тоже с ноутбуками, но уже не модернизация, а защита от пыли. В частности, были куплены специальные силиконовые затычки для того, чтобы скрыть основные узлы, а именно разъемы на ноутбуке. Такие как USB, PDA, дальше HDMI, ну и другие сопутствующие разъемы, которые присутствуют непосредственно на ноутбуке, чтобы выпадала пыль и тому подобное. И достаточно защитить эти разъемы. Пришло у нас все это дело вот в такой упаковке, помимо основного пакета серого, в котором все это размещалось при доставке непосредственно из Китайской Народной Республики. Возвращайте часть денег за покупки в AliExpress с кэшбэк-сервисом Letyshops. Это реальные деньги, которые можно вывести на банковскую карту или пополнить баланс телефона. Будьте в тренде. Покупайте с кэшбэком от Letyshops. Ссылка в описании. Что у нас находится в пупырке? А находится у нас в пупырке 3 пакетика стандартные. В каждом пакетике по 13 элементов для разъемов ноутбука. Цвета различные, цвета радуги. То есть можно выбрать. В данном случае выбрано 3 варианта. 2 из которых совпадают по цвету. Это черный. И один цвет красный. Внутри этого пакетика, соответственно, находятся эти вот силиконовые чехлы непосредственно для разъемов. Вот эти вот чехольчики силиконовые. И давайте сейчас посмотрим, как это все дело размещается непосредственно на ноутбуке. Для этого мы сейчас воспользуемся подопытным и продемонстрируем, как это все у нас взаимодействует с этим, а может и с двумя ноутбуками. Итак, давайте устанавливать все это непосредственно на ноутбук. Как видим после установки, что достаточно все хорошо сидит. В некоторых разъемах сидит даже достаточно плотно, что потребует некоторые усилия, чтобы снять эти силиконовые чехольчики, особенно на Ethernet и на некоторых USB разъемах. Это нужно будет учитывать. А так прекрасно все садится и защищает непосредственно от пыли. Так что кому необходимо, могут перейти по ссылке в описании и посмотреть и сделать свой осознанный выбор. Всем спасибо за внимание. Кому это было полезно, всем удачных покупок, распаковок. До следующего видео и до свидания.